Мичман ВМС Украины Олег Стороженко и сержант Александр Стрелюк проходили воинскую службу в 801-м отдельном отряде борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. 2 марта во время выполнения спецзадания по защите независимости и территориальной целостности Украины неподалеку от Мариуполя бойцы украинской армии наткнулись на диверсионную группу противника. Завязался бой, ставший роковым для мичмана Стороженко и сержанта Стрелюка. Украинская армия потеряла одних из лучших своих солдат, говорят сослуживцы героев. Ребята были лучшими из лучших, достойными бойцами нашего подразделения, профессионалами своего дела, всегда отзывчивым, отзывались на любые проблемы, были бескорыстливыми и настоящими героями. Олегу Стороженко было всего 29 лет, Александру Стрелюку – 33. До отправки на восток оба они служили на гетьмане Сагайдачном и выполняли антипиратскую операцию в Аденском заливе. Пуля заезжего агрессора оборвала их жизни на родной земле. Останній раз я их бачив, коли вони відправлялися в зону АТО на ротацію. Власне, в той час, коли ми прощалися. Бажав Боже благословення і щоб все було добре. В той же час це були хлопці, професійні військові, причому військові з великої букви і професіонали з великої букви, які були свідомі небезпеки. Коли гибнуть люди, просто вмирають люди, це, звісно, велика скорбь. Коли молоді люди, це просто невиносимо. Пусть Господь прийме їх Своє царство небесне, їх душі світлі, дасть сил їх родним і близьким видержать это горе. В пам'яті погибших, отдавая почести героям, военнослужащие одесситы выстроились на Пироговской возле дома офицеров в живой коридор. Далее парней повезут в Херсонскую и Николаевскую области по месту их жительства. Оба бойца ВМС Украины представлены государственным наградам посмертно.